А вот почему Sailor Moon, когда принимает обличие супергероя, ее никогда никто не узнает? У нее же меняются только эти. По всему миру мы будем убивать каждого, кто встанет на нашем пути. Все четко налажено. Просто наслаждаемся выпивкой, наркотой и девочками без остановки. Я взял на работу новую тёлку. Я горячая. Да ну на! Я хочу обоих парней одновременно. Да ну! Те, кто не играет по нашим правилам, проигрывают. Нужна сила намного больше нашей, чтобы нас победить. Меня огорчил ваш вид. Человеческий вид. Бля, какая ты горячая. Срань господня! Подожди меня! Эти создания должны все понять. Уважать себя. Жить в мире. Я уничтожил тех, кто ставил насилие выше человечности. И уничтожу их всех, если люди сами не могут. Нам конец, и мы отправимся в ад. Добро пожаловать в наш мясной отдел. Не везет фильмам с Джимом Керри. Казалось бы, хуже, чем... Эйс Вентура младший. Уже не может быть. Но нет. Сейчас расскажу. И да, будет очень много мата. Очень много мата. Потому что фильм действительно очень плохой. Очень много мата. Очень плохой. В начале фильма мы видим заставку New Line Cinema. Замечательная студия, которая подарила нам такие отличные фильмы, как Mortal Kombat, Властелин колец, Кокаин и вот это говно, к сожалению. Но смотрим дальше. Фильм Лоуренса Гутермана. Google по запросу Лоуренс Гутерман выдал вот этого человека. Не удивлюсь, если он насилует детей, бьет стариков и грабит инвалидов, потому что только извращенец мог снять такое говно, как... Сын маски. Для начала давайте вернемся в 94-й год и вспомним оригинальную маску, в которой снялся знакомый нам Джим Керри. Харизматичный, смешной, с его легендарным... Отличный персонаж. А это что за урод? А это новый исполнитель роли маски. Еще раз, Джим Керри. И в русском языке есть такое выражение «ёбаный пиздец». Так вот, это как раз и есть ёбаный пиздец. Причем не просто пиздец, а ёбаный. Даже эти дебилы из интернета выглядят в 500 раз круче, чем вот этот кусок пластмассовой поеботы. Ёбаный пиздец, вот настоящее название фильма «Сын маски». Такое впечатление, что диалоги в фильме писал какой-то слабоумный, потому что даже Том и Джерри заслуживают Оскара за сценарий по сравнению с этим. Ты кто? Ты? Я? Кто? О чем это? Конечно, не обошлось и без святого. Там Элви, я бегу за ним! Надери Локи задницу. Надери ему задницу. Звучит, сука.
Оператор как может пытается, конечно, спасти ситуацию, выбирая какие-то совершенно безумные ракурсы. Как будто мы смотрим не кусок хуйни под названием «Сын Маски», а как минимум адреналин. Но, честно говоря, они здесь не особо уместны. И судя по тому, что хочется блевать, они еще и укачивают. Милый, должна тебе сказать, мне было очень стыдно. Сниматься в пейботе под названием «Сын Маски». Охотно верю, потому что сейчас мы подходим к самому страшному. Серьезно, слабонервных попрошу не смотреть, потому что в этом фильме такие вещи, как удар по яйцам, укус собаки в яйца, плюющие дети и обязательный долгожданный пердеж просто цветочки. Не обращайте внимания на динамит в жопе, это тоже абсолютно ничего не значит. По сравнению хотя бы вот с этим. Тёлка блюет пузырями. Нет, я, конечно, видел в клубах, как тёлки блюют, но чтобы так... Это нормально? В этом фильме, к сожалению, да. Причем нас не обошли стороной и текстовые шутки. Летаю, как бабочка, жалю, как пчела. А я прыгаю, как кузнечик! И воняю, как скунс! Прости, я не расслышал. И воняю, как скунс! Пиздец. Надеюсь, Мухаммед Али не видел этого фильма. Но даже это все мелочи. Лично для меня вершина юмора кинокартины «Сын Маски» — это... Вот сейчас просто отключите мозг, настройтесь на волну создателей и смотрите вот эту сцену. Сперматозоиды! Зеленые, блядь, сперматозоиды! Сперма, блядь, тазо, блядь, ид, блядь, и нахуй! В зеленых, блядь, масках! Ёбаный стыд! Причем в фильме эта сцена идет минуту! Минуту! И кажется, что она идет годы! Годы я сижу и смотрю на семя из курительных смесей! Ёбаный пиздец! Как это вообще придумали? Мне пес идею подсказал. Ну вот, все встало на свои места. И вот я сидел и пытался понять, как вообще может в голову прийти такое. Ну, неужели это настолько плохой фильм? И начал искать плюсы. И, честно говоря, нашел их целых два. Во-первых, конечно, хотелось бы отметить лучшую актерскую работу в фильме. Старина появляется на 5 секунд, но как играет? Еще раз. Еще раз, еще раз. МХАТ. Ну и во-вторых, вот эта надпись. Не обижайте саранчу. Сдавайте бездомных в приюты. Обещаю, в следующий раз никакого Джима Керри. Но там такое говно, блядь.